Всероссийский день физики отметили в школе села Холоднородниковского. Учащиеся вместе с педагогом провели открытый урок, на который пригласили и съемочную группу «Вестей». Подробности в сюжете Артура Мкце. Всероссийский день физики считается крупнейшим научно-просветительским проектом страны для учащихся средних и старших классов. В числе тех, кто ежегодно принимает в нем участие, ведущие образовательные площадки России. На этот раз к масштабной акции присоединились и школьники из села Холоднородниковского. В точке роста были организованы открытые уроки, на которых ученики постарались показать все то, за что они любят этот предмет. Что мы видим на этом рисунке? Планеты. Планеты, пожалуйста, Карин. Мы видим на рисунке планеты. Планеты Солнечной системы. Ставим на середину. Сейчас что произойдет? И вода исчезает, и мы берем. Этот опыт можно отнести как к урокам физики, так же и к урокам химии, которым вы в дальнейшем будете изучать. Потому что здесь происходит взаимодействие молекул. Но по физике это у нас диффузия. На занятиях школьники в увлекательной форме стараются донести необходимую информацию. Ведь одно дело преподать все сухо, и совсем другое рассказать, применяя фантазию, заинтересовав ребят нестандартным подходом, например, костюмированным представлением. Я занимаюсь на курсе физика в задачах. Очень понравилась доступность к изложению сложных тем. Интересный подход. Даже играли в игры. Качество обучения наивысший балл. Очень приятная атмосфера. Чувствую себя комфортно на любом уроке. Спасибо команде «Точка роста». Изучать физику интересно и важно. А благодаря знаниям этого предмета ученикам открывается большое количество возможностей, которые, несомненно, приведут их к блестящей карьере. Сегодня на уроках и внеурочных занятиях прошли увлекательные научные опыты, где дети открыли для себя что-то новое, узнали о передовых достижениях в физике, математике и инженерии. В рамках национального проекта образования в школе сентября 2021 года открыт центр «Точка роста» естественно-научной и технологической направленности. В точке роста этой школы у ребят есть возможность помимо физики углубленно заниматься по химии, биологии и технологии. Кабинеты оснащены современным оборудованием. Педагоги стараются осваивать передовые методики преподавания. То есть делается все возможное, чтобы у школьников сохранить интерес к дисциплинам, научить их работать в команде. Артур Мхце, Ахмат Чучаев, Али Бастанов, Вести, Карачаево-Черкесия, Прикубанский район.